Стих сгорел, как свеча, вместе с дымом пропал, улетел сгоряча, на листок не попал. Лишь огарок лежит, в нем остался весь смысл, и, свернувшись клубком, тихо спит моя мысль. Это вот опять с огарками, с образы те же, просто мы немножко по-разному выражаем. Я подобрала стихи так, как они как бы мою судьбу немножко описывают, потому как я серьезно все-таки начала писать в эмиграции, в Израиле. И я по очереди, как бы вы поймете, как складывалась моя жизнь. Я строила замки, играя в песок, срывала цветы и вплетала в венок, но было тогда мне совсем невдомек, что так я лепила судьбы теремок. Себя украшая венком и цветами, держал я в жизни свой первый экзамен. И от него не ждала ничего, но только не знаю, сдала ли его. Дальше. Не будем тратить время на аплодисменты, потому как это в какой-то степени поток мышления. Поскольку иммиграция и вообще вся жизнь борьба. Вот помните, как шутили утром с голодом, а во второй половине дня со сном. Так вот, борьба с собой и за себя лишь способ самовыражения, переворот, преображение и изучение себя. Понять нам многое дано, лишь только бы хватило воли уйти от сумрака и боли, в свободу прорубить окно. И это действительно так, если вдуматься, потому что только когда мы свободны, мы можем что-то создавать, а под давлением ничего не получается. Моя судьба загадочна и странна. Меня бросала из страны в страну, сигналы подавая неустанно и раскрывая сердце глубину. Чередой обид, предательств, унижения она лишь мне давала осознать, что значит верность, дружба, уважение, как страшно эти чувства потерять. Она меня учила состраданию, присущему различным языкам, и через боль, терпение и страдания невольно привела меня к стихам. Вращая судьбу среди шумного бала, я помню, когда-то себе я сказала: подруга, не бойся, ищи свою нишу, сама создавай себе прочную крышу, иди, ищи, дорогая, единственный путь, душе не давай от себя отдохнуть, услышь свое сердце, оно твой магнит, оно постоянно куда-то манит, ты слушай его, ведь оно не наврет. Повозку судьбы за собой поведет, повозка судьбы. Можно ли ей доверять? Да, если по компасу сердца шагать. Дайте сердце крупным планом, потому что знать хочу, почему конем буланным я по жизни не скачу. Дайте душу крупным планом, чтобы увидеть я смогла, есть в ней место без изъяна или все разорвала. Дайте мозг, хочу увидеть, в нем причина может быть, почему же ненавидеть стало легче, чем любить. Итак, к музам приходим. Первая строчка исчезла, но не важно. Ко мне приходит муза по ночам и укрывает звездным одеялом. Но чтоб я ее лучше понимала, в душе моей должна гореть свеча. Ну вот уже свеча зажглась, и рифма к звездам поднялась. А муза так приветлива со мной, я страстно жду ее крыла касания,
как будто в нем таится обещание часов счастливо-звездных под луной. И вот уже мы с ней вдвоем сонату лунную поем. Я чувствую, что повторяюсь. Об этом, кажется, уже писали, и свои мысли в ноты превращали. Мои ж слова текут из этих нот. Наверное, та же муза прилетала и те же мысли навевала. Да, все время боишься, как говорится, повтора чужих мыслей, хотя можно, может быть, и неплохо выразить, но тем не менее такой страх все время есть.